хочу поделиться интересным. Вот финальная версия клинышка. Я изменил глубину сгиба с 27 на 21 мм. Вот эволюция клиньев. Классический, стандартный, с дыркой внизу. Тот, который был на видео предыдущем, даже чрезмерно глубокой складкой. И исправленная чистовая версия, где ширина клина верхней части уже меньше на 6 мм по сравнению с предыдущей версией. И теперь настало время для того, чтобы нанести разметку отверстий, которая будет отвечать за равномерное распределение всех деталей, всех участков деталей клина относительно передней стенки монетницы и потайного кармана, к которой она крепится. Итак, по контрольным точкам я разметил шовчик на прямых участках, соответственно, вот слева, справа. Здесь уже режешь не проставлял, потому что я это уже делал в предыдущих лекалах, которые вот они. Тут с направлением, куда чего крепить, направление прокола и так далее. Вот интерес представил для меня именно сгиб под эту область. Данным треугольником обозначена выточка. Вот тот компенсационный кусочек, который надо вырезать, чтобы длина детали клина сошлась с длиной передней части монетницы и основы, к которой это все дело пришивается. Вот он, компенсационный треугольник слева. И встал вопрос, а что, собственно, здесь расположить? Какое количество отверстий? Я продлил шов на передней детали монетницы, и у меня получилось так, что между контрольными точками 24 и 27 разместилось кратное количество отверстий. То есть шаг у меня 4 и 4 отверстия, соответственно, между контрольной точкой легло. Что такое контрольная точка 27? Вот она. Это место, где заканчивается прямой участок клина. Что такое контрольная точка 24? Это последняя точка на прямом участке крепления клина к основе, к основанию, к потайному карману. Соответственно, все, что между этими точками, будет относиться к сгибу. Проверяем сгиб. 14 мм вот эта область, а это середина сгиба. Поскольку количество отверстий у нас кратное шагу, все очень красиво получается. То есть надо расположить 4 отверстия. Вопрос в том, как их расположить так, чтобы все собралось аккуратно. Первое, что бросается в глаза, это симметричное расположение первой пары отверстий или средней пары отверстий относительно оси симметрии нашего сгиба. Идем к такой вот картинке. Это наша монетница, вид сбоку. Ширина 8 мм, высота 66 мм, радиус, соответственно, 4. Пока записывал первую часть видео, нашел ошибку у себя же и ее устранил. Она заключалась в том, что положение крайней точки, контрольной точки шва, я выбрал неверно. Я его спозиционировал по границе прямого участка, а у меня есть определенный отступ, который надо выдержать, чтобы все совпало между собой. У меня есть вот такой вид сбоку моей монетницы, на который, на этот вид я нанес расположение разметки для пробоя пробойника. Соответственно, между контрольными точками мне должно поместиться 4 отверстия. Вот они. Внешний контур обозначает вот эту деталь, то есть переднюю стенку монетницы, а внутренний контур со смещением 0,7 мм обозначает положение самого клина, ведь край у клина сбрусован до 0,7 мм. Соответственно, благодаря распределению вдоль пути я выбрал одинаковое количество элементов распределения, указал начальные конечные точки и получил автоматическое смещение всех точек таким образом, чтобы количество отверстий не совпадало, а их расположение уже соответствовало нужной траектории. Вырезав из вот этой проекции участок, вот эту нижнюю часть, закругленную, которая представляет в данном случае самый больший интерес, я вырезал еще из этого маленького участка еще меньше участок, расстояние между вот этой и вот этой контрольной точкой, которая равняется 3,539 мм. Ту же самую операцию проделал для того, чтобы найти
вот это расстояние между точками, которые симметричны относительно линии изгиба, в данном случае самого клина. И это значение равняется 3,289 мм. Что же мне дальше делать с этим значением? Беру вот это значение и движусь вот сюда. Здесь у меня есть участок, который я аппроксимировал прямой линией. Поскольку кривизна здесь настолько была незначительной, что это можно было сделать, и, собственно, я это сделал. Соответственно, вдоль пути шва я взял участок симметрично относительно линии изгиба, который равен 3,289 мм, и расположил первую пару отверстий. Как видно, они не находятся на срезе, они имеют запас расстояния, сейчас грубо, 1,38 мм. По факту чуть больше. Позже покажу, где это больше берется. И возник вопрос, куда же здесь вот эти вот отверстия, вторую пару. Ее можно расположить на удалении 4 мм от вот этого отверстия, либо уже вычитать, исходя из участка с треугольником. В общем, вырезал этот участок между точкой, которая есть, и ту, которую нужно найти. И разложил этот участок на составляющие. Кусочек от точечки до треугольника, от первой точки до треугольника составил вот 1,398 мм. Ну и зная суммарное расстояние, которое вот оно найдено из построения, я, соответственно, выбрал ту точку на продолжении кривой, что обозначает линию шва, которая даст мне вот недостающие 2,141 мм. В итоге я нашел точку, вот она здесь находится, которую перенес из построения на траекторию линии шва моего клина и получил геометрическое место точек для еще одного пробоя. Таким образом, у меня на сгибе находится 4 точки для пробоя под шов, при этом ни одна из них не попадает ни на границу среза, ни на сам срез. То есть, когда я вырежу эти треугольники и совмещу части деталей между собой, я могу даже не переживать по поводу того, насколько сойдется или нет. Потому что лишних отверстий здесь нету, докалывать ничего не нужно. Просто проверяю себя по контрольным точкам, прошивая прямые участки. А когда я дохожу до линии изгиба, я могу уже самим швом сформировать вот эту округлость клина в нижней части. Мне не надо ее предварительно выклеивать, выдавливать, приформовывать и переживать по поводу того, чтобы ничего не съехало, все точки сошлись между собой. У меня шов сам стянет всю конструкцию воедино. Ну и еще раз покажу общий вид этого клинышка. Он выглядит вот таким вот образом. И с учетом того, что здесь применяется косой пробойник, то покажу, как разметка шва выглядит на левом и правом клине соответственно. Здесь это важно, потому что согласно технического задания набор я сделал для прямого пробойника без использования реверсного. И там, где подписано реверсное, соответственно, это будет либо пробиваться пакетом с лица на изнанку прямым пробойником, либо докалываться шилом, либо с бахтермы прямым пробойником. Тут уже как больше нравится. Соответственно, вот эта разметка изменения угла наклона пробойника под французский шов.